Когда в душе весна, совершенно не важно, что за окном. В последний будний день перед большими выходными сильная половина коллектива «Бобруйска-Громаш» во всеоружие. С самого утра милых дам встречают с музыкой и цветами. Мы действительно сегодня почувствовали себя женщинами, любимыми, которых ценят, любят, пытаются радовать. И у них это замечательно получается. Наши мужчины организовали такое замечательное поздравление, которое никого из наших женщин «Бобруйска-Громаша» не оставило равнодушным. Нам очень приятно, что нас так поздравили. Живая музыка, цветы. Неожиданно было очень. Такие встречи для предприятия – хорошая традиция. Каждый год в преддверии 8 марта руководство холдинга создает настроение для своих сотрудниц. От лица всего мужского коллектива хотелось поздравить наших милых девушек «Бобруйска-Громаш» с наступающим праздником, с 8 марта. Пожелать им любви, счастья, красоты, здоровья, улыбок побольше. На этом подарки не заканчиваются. В кинотеатре «Товарищ» – настоящее шоу. Песни, танцы, акробатические номера. Лучшим сотрудницам вручают грамоты и цветы. Накануне Международного женского дня на дорогу выходят сотрудники госавтоинспекции. Но не только для того, чтобы проверить документы. Повод более чем романтичный. Инспекторы дарят бобруйским автоледи тюльпаны, фликеры и теплые слова. Милые дамы, поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия. Будьте аккуратны на дорогах и берегите себя. В самый прекрасный праздник в году нельзя обойтись без главного атрибута – цветов. И если одни уже успели порадовать любимых, то другие только присматриваются. Всегда актуальны тюльпаны. На бобруйском рынке их можно найти по 3 рубля. Эквадорские розы предлагаются от 5. За веточку хризантемы придется отдать как минимум 8. Тренд 2022-го – цветы в горшке. Они будут радовать вашу даму не один месяц. Маленькая примула обойдется всего 8 рублей. Растение неприхотливо, приживется как в доме, так и на улице. К весеннему ажиотажу подготовились и магазины. Помимо классических вариантов, предлагают и нестандартные. Ирисы отдают за 4 рубля 50 копеек. Богатая на краски альстромерия обойдется в 8,50. Эустома уже по 10. А если вы сейчас не рядом со своей прекрасной половиной, есть альтернатива. Многие цветочные лавки предлагают доставку на дом с оплатой онлайн. Мы делаем заказы все дистанционно. Выполняем полностью заказ, отправляем фото и делаем доставку до 1. В основном мужчины больше, наверное, любят розы подарить девушкам. Вот. И по цветовой гамме тоже и красные, и белые, и розовые. То есть то, что ему нравится. Всем желающим подзаработать на празднике стоит помнить о правилах реализации. В МНС напоминают, до начала продажи надо подать уведомление в инспекцию, указать вид товара, дату и место торговли. Также необходимо уплатить единый налог. В Бобруйске ставка 132 рубля в месяц. При реализации менее 15 календарных дней в месяц ставка уменьшается в 2 раза. Также налоговым кодексом предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан в размере 20% для пенсионеров по возрасту, инвалидов первой и второй группы, а также членов многодетных семей. Женщине, как и самому прекрасному цветку, нужна забота и нежность, а еще комплименты и внимание без повода. Здесь главное не ограничиваться только 8 марта, тогда праздник будет 365 дней в году. Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галионко, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.